Вот, оказывается, как называется это растение. Оно у нас у ограды садового участка растет. Ну вот. Ну, смотрите, их постригли. Смотрела свое видео, снимала, вообще жуть как муть. Вот этого челка пони, вообще такая шикардосная травка. Это называется ковыль. Ковыль. Вообще это по-русски называется ковыль, но он такой кайфовый. У меня один ковыль есть, перед домом растет. Вообще так это, как экзотически выглядит. Вот еще есть ковыль. Но это не ковыль, это уже другая трава. Надо вот снять фото, название и потом читать, что это такое вообще. Вот. Смотрите, какое интересное растение называется фотиния. Пинк гриспи. Гриспи не значит, что пинк это розовое. Это, наверное, типа цветочки. Вот они скоро будут цвести. Вот. Давайте далее. Лимелайт. Но мы такой не брали. Вот это, кстати, вот этот у нас. Надо посмотреть, как он называется. Вот этот вот бамбук. Он не дает корней, но он дорогой. Лука называется. Лука. То он у нас и растет. Он не дает поросль, и он невысокий. Вот. Это такое типа икебанское растение. Оно невысокое, эксклюзив какой-то. Fern Spray Gold. Рост у него какой? Сейчас скажу. Давайте пока так буду держать. Но на это, кстати, по-русски не написано. Тут а есть половина тень. Почему они так написали? Не подрезать. Полное солнце. Это какой-то ципр. Ой, ципресс. Это что такое ципресс? Ну, еще это называется хиноки ципресс. Вот тут на медленный рост. Ну, значит, он невысокий должен быть. До 25 вырастает. Так что вот, кто россияне живут, вот можете украшать перед домом. Ну, типа юка. Ничего себе, это как его. Сейчас посмотрю одно растение. Это же какое-то непонятное, оно у меня есть, в принципе. Сейчас еще покажу интересность. Смотрите. О, а это верба же. Боже мой, Ризен сальвайда. А, видите, для пчелок ранних. Вот. Ну, это типа это. Типа. Не знаю, как называется. Ну, это розовый. Знаете, что гортензии нельзя вот это срезать, через это они могут замерзнуть. Там розы стоят. Сейчас пойдем к розам, что надеюсь, они меня не запалят. Хотя они должны радоваться, что кто-то вообще снимает. Бизнес им делает. Ну, это вот Эшли, которая у меня есть, я ее посадила. Эшли, вот так она цветет. Эдельроз. А я пришла, я не буду Шоназе фонзе брать, пока, видите, листочки такие неплотненькие. Я возьму не Вестерланд, Ландлуст. Пока вот так вам держу. А здесь еще такой Кэнди Рококо, вот оно мне тоже нравится. Но я Ландлуст возьму, потому что Кэнди здесь много. Рамина. Это что у нас? Две рамины. Еще раз хорошо покажу. Вот. Рамина, она вот, смотрите, вот так они выглядят осенью. Но это тоже хорошо посмотреть, как растение выглядит осенью. Смотрите, рококо, оно более такое зелененькое. Вот. Кстати, Эшли тоже, видите, оно такое зелененькое. Так. Мы возьмем. Так, оранжерея, я видела, как оно растет. Оно, кстати, неплохо пахнет. Вот видите, оранжерея вот так выглядит. Вот посмотрите, как осенью выглядит растение. Это же тоже немаловажный факт, как выглядит растение осенью. Так, Мэриэн, вот оно. Интересное такое. Взять, не взять.
Но она вот так вот такой страшный. Сейчас мы найдем нашу. Это баронесса. Баронесса, она чем-то похожа, мне кажется, на мою Modern Art. Но, по-моему, она не очень пахнет. Вот так она выглядит осенью. Смотрите. Ну, это как бы российская осень, у нас зима. Что-то тут народ шарился вовсю. Это лива, это плетущаяся лива. Вот она, лива так, от Паулсен. Вот он, Вестерланд. Запах двойной. Вот она выглядит так, Вестерланд. Так это что такое? Раздербанили. Карита. Так она карита выглядит. Это дукат. Дукат же... Ой, дукатов так много. Как-то он не нравится, он какой-то колючий. Он желтый, только желтые розы любит. Сейчас мы найдем... Ну, Кэнди Каракако, вот так оно. Кстати, оно неплохо выглядит, оно зелененькое. Вот мой ландлуст, я его и возьму. Сейчас я вам покажу, что еще выглядит. Так. Так. Ну, это от Паулсен. Бинвайда, ну, типа, R. Ну, для пчелок. Так, это у нас что такое? А, это от Кордес. Вот от Кордес, они дорогие розы. Они, сейчас вам скажу, сколько. Вот это Кордес, да? Они 26 евро стоят. Полная цена, 50% скидка. Вот опять Дукант Мэйла. Особенная желтая роза. Ну, типа вот. Так, давайте на другую сторону перейду. Вот так выглядит эскимо. Она такая вот. Знак РД. Ну, вот кто любит такие почвопокровные розы, она... А, нет. Но она типа такая стена украшающая. Кляйнштраухроза. Ну, типа у нее такие вот палки. Вот. Но мне вообще не нравится. Но она, видимо, это для пчелок. Кто пчелок любит, можете им купить. Это Шона Майнд. Ну, Шона Майнд вот так выглядит. Шона Майнд. Вот такой у нее цветок. Должен хорошо пахнуть. Что-то немецкие розолюбители не в восторге от нее. Что-то говорят, она все равно плесенью покрывается. Но запах что-то какой-то волнительный. Кстати, по-русски написано он. Давайте посмотрим, какой. Кстати, у нее запах 5 штук. Но запах зависит от того, при какой погоде, какое время суток. Но их так много, я их пока не буду брать. Что же это у нас? Ландлуст, вот она. Это ландлуст, я ее возьму. Сейчас я его возьму. Сейчас я его возьму. Их тут несколько, по-моему. Вот ландлуст я и возьму. Вот он. Это, кстати, от Кордес. Ну, что-то в восторге, плохих комментариев люди не писали. Я спрашивала про эту розу, у кого она есть. В общем, все довольны. Я хочу розу одну убрать у себя. Она у меня плесенью покрыта. Вот она, Ландлуст. 50% скидка на нее. Тут нормально вроде все. Не больная. Ее, кстати, вон присыпали, видите, корневую. Так. Я все зарюсь на эту розу. Называется Розенфей. Народ что-то в восторге были. Очень, говорит, красивые цветы. Но она не сильно пахнет. Но вот она зато так хорошо выглядит. Видите, она зелененькая такая. Она дорогущая. У нее цена где-то была. Сейчас я скажу, какая цена у нее. Вот она цена. В общем, 50% скидки, 15 евро она стоит. Вот. Вот она так выглядит. Она, кстати, очень здоровая. Ну, что вам показать еще? Вот это вот седана. Я потом останавливаю, потом читаю эти сорта. Еще больше даже для себя делаю. Это Авила. Так она выглядит. Остановила. Это что у нас? Вот тут вообще никакого названия нету. Нет, подождите. Сейчас я ее распакую.
не замотали ее, запуталась. Так, что такое, вообще неизвестно. Неизвестный науки зверь. Ну, в общем, она лысая какая-то. То ли это Кэнди Хат, то ли что, я не знаю. Вот это еще интересное. Ну, так мало информации. Хотя она в России продается, информации мало. Вот эту желтенькую, что ли, мне еще взять? Перед домом посадить. Потому что она одна осталась. Вот такие у нее желтые цветочки. Town Country Rose. Перед домом воткнуть. Просто мне надо посадить розу, чтобы коты не срали. Вот. Надо посмотреть, сколько она стоит. Но она недорого стоит. Вон. 50% скидка будет 4 евро. Вот. Что тут еще интересного есть? Ну, такие есть. Bad Birnbach. Ну, кстати, надо посмотреть, что такое Bad Birnbach. От Cordes. Это что? Это Тантау. Это что? Red Изикава. Так. Августа Луиза. Кстати, неплохо она выглядит. Вон. Вот она стоит. Августа Луиза. Дуфт розы. Пахнущая роза. Так что еще интересного? Это что такое? Это у нас роза. Калари, что ли? Тоже неплохо выглядит. Надо сфотографировать и узнать. Паусон розы. В общем, все вроде вам показала. Сейчас нафотографирую. Вот Седона. А нет, это Соренто. Вот так она выглядит. В общем, можете смотреть, как розы выглядят, чтобы понять, покупать вам или нет. Потому что хочется тоже красиво. Ан называется какой-то цветочный ковер, белые розочки. Ой, что за такая беленькая розочка. Вот она. Вот это вот Августа Луиза. А может, я ее куплю, может, не куплю. Посмотрим. Вот еще Авила. Но это как-то более-менее презентабельно. Она какая-то полковатая. Вот. Остановим на этом, что ли.